Сердце болит, очень болит за Абхазию, очень болит. Я люблю абхазский народ, и вы, наверное, знаете, что и кровь во мне течет абхазская, и родственные связи, и все. Я связан всей своей жизнью с Абхазией. И я трагически переживаю, что Абхазией правят такие люди, которые продали ее интерес, и которые вот сомкнулись как раз с этими темными силами. И допустили вот ввод этих банд. Они сами пригласили эти банды туда, понимаете? Пригласили и продали народ. И сейчас они расплачиваются за это. Народ им это не простит, я уверен. Не простит, потому что народ сейчас уже увидел, что они сделали. Что они натворили. Как можно войти в альянс с преступниками, с уголовниками? Как можно войти в альянс? Я вас спрашиваю. Если вот эти события вас не удивило, что одному журналисту от Абхаза будет защищать ваши интересы? Я не удивляюсь, потому что абхазский народ всегда меня поддерживает. И сейчас поддерживает. Ситуация. Просто выяснилось, что когда она выяснилась, что значит мафия, вот, да, которая, в общем-то, сталкивалась все эти годы, вдруг оказалась заинтересована, да, в победе Сикула, да, она поняла. Вот видите, вот видите, вот видите. А народ меня всегда поддерживал. Простой народ тем более, и всегда был со мной, и сейчас со мной. И сейчас большинство абхазцев меня поддерживают, я знаю.